Привет, ребята, это Даня, и это «Учимся рисовать с Даней». Я немного запоздал с результатами на прошлую неделю, потому что у нас был переезд, я дико замучился, и я выкладываю сейчас, покажу, что это нарисовал. На самом деле, я нарисовал довольно мало для того, чтобы обещал. Вместо 5 скетчей у меня получилось всего 3. Ну, в общем, очень тяжело выполнять задания в отпуске. Я понял, что я даже в отпуске не могу читать книги или чего-то такого делать, потому что я просто вылетаю из пространства. Итак, вот... Первый скетч, это я рисовал Аньку, которая после того, как мы сбирались на гору в парке Сараксан. Потом я рисовал в следующий день корейцев в метро. Вот так вот это все выглядит. И после я рисовал себя, я пробовал маску. Не маску, а наклейку на нос для удаления прыщей. Черных точек, точнее. Вот. И вот так вот это вот все выглядит. Скорее всего, предполагаю, что на следующей неделе, которая, в принципе, идет уже сейчас, нет смысла давать задания, потому что осталось всего 3 дня. Я думаю, лучше я хорошенько подготовлю весь курс, и на следующей неделе я постараюсь начать курс «Учимся рисовать комиксы». Я расскажу все то, о чем я говорил, как я рисую комиксы поэтапно. По неделе будут выдавать задания на видео. Вы можете участвовать со мной, вам будет интересно в этом. Мне тоже будет интересно, потому что я хочу придумать хороший сюжет и нарисовать какой-то интересный, качественный комикс. И так как не в том стиле, что я рисую обычно, а постараться использовать какие-то знания, которые я уже приобрел. Про тени, про руки, про глаза и какие-то абстрактные понятия, которые я смогу использовать благодаря тому, что я им научился. Вот. Ну, спасибо, ребят, что смотрели и ждали, если кто-то что-то смотрел. Вот. До новых встреч, до следующей недели. Пока знаний нет, нужно отдыхать. Я еще ухожу в аут после отпуска, поэтому... Ха-ха-ха-ха.